полночь в воскресенье крупное ДТП произошло на пересечении улицы Айбергенова и проспекта Республики. Здесь столкнулись автомашины «Део Нексия» и «Лада Приора». По словам очевидцев, «Нексия» ехала по проспекту Республики со стороны улицы Аскарова и поворачивала налево на Айбергенова, когда с противоположного направления на перекресток выехала «Приора», в результате чего и произошло столкновение. В этом ДТП травмы получили 4 человека. Их врачи госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас степень вины водителей выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. Десятого декабря на пульт 102 за помощью обратилась посетительница одного из городских кафе. Прибывшим на место происшествия полицейским она рассказала, что неизвестные из ее сумки похитили кошелек с деньгами. Девушка на несколько минут оставила сумку без присмотра, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Я вышла в туалет и оставила на стуле сумочку. Потом, когда вернулась, увидела, что она открыта, а деньги пропали. Рядом стояли две девушки. Они мне сказали, какая-то незнакомая женщина подкинула вашу сумочку. Я заглянула внутрь, а там нет денег. Той женщины, про которую говорят девушки, здесь нет. Я вернулась через 15 минут. Здесь есть камера наблюдения, которая все пишет. Потерпевшую двух свидетельниц происшествия полицейские доставили в Альфа-Арабийский отдел внутренних дел. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Сотрудники дорожно-патрульной полиции по горячим следам раскрыли факт угона автомашины «Хундай». Владелец оставил автомобиль возле одного из домов по улице Тыныбаева и зашел в квартиру, а когда вышел, обнаружил, что ее угнали. Мужчина сообщил о случившемся полицейским, которые объявили план перехват. В ходе дежурства на остановке Комиш-Булак мы увидели автомашину, объявленную в розыск. Мы стали за ней наблюдать, а потом преследовать. Приказ остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Он доехал до улицы Сеченова и здесь, совершив ДТП, вынужден был остановиться. Подозреваемый в угоне молодой человек сразу после аварии попытался скрыться, но был задержан подоспевшими полицейскими. Угонщиком оказался молодой житель города Сарагаша. Мы его задержали, когда он от нас стал убегать. Задержанный, назовите, пожалуйста, свое имя и фамилию и где проживаете. Вы Турсунбеков Нуржан? Где проживаете? В Сарагаше? Улица какая? Самал без номера? Пострадавшую в ДТП автомашину полицейские после следственных действий передадут владельцу. По факту угона сотрудники Абайского РОВД возбудили уголовное дело. Ведется следствие, по окончанию которого материалы дела будут переданы в суд.